Вы Ольга? Ольга. Ваша фамилия? Мадеец. Имя? Бронислав. Следуйте за мной. В эти минуты на сцене Национального театра уже начинается первый спектакль гастрольной программы «Крещенные крестами» по роману главного художника БДТ Эдуарда Кочергина. Честная история о послевоенном детстве автора, которое прошло в вагонах-теплушках на пути из Сибири в Ленинград. В 2010 году автобиографическая книга получила премию «Национальный бестселлер». Историю мальчишки, сбежавшего из спецприемника НКВД, буквально проживают на сцене молодые актеры Большого драматического театра Руслан Барабан, Алена Кучкова и Карина Разумовская. Все они известны широкой российской публике по различным кинокартинам и телесериалам. Например, в прошлом году Алена Кучкова сыграла одну из ролей в нашумевшем фильме «Батальон». Разрешите продолжить службу? Разрешаю. Как признались артисты, для них работа в кино – это нечто вроде антрепризы, возможность поправить финансовое положение. Главным делом своей жизни петербургские гости единодушно считают театр. Кино это сделает, и люди посмотрят. И, ну, в лучшем случае где-то напишут комментарии о вашей работе, хорошие или плохие. А тут ты непосредственно со зрителем, ты получаешь этот контакт, эту энергию, которая идет из зала. И, конечно, я скажу, наверное, что театр мне ближе, чем кино. «Крещенных крестами» артисты покажут на сцене Национального театра еще и завтра, 20 мая. В субботу петрозаводчане увидят «Метод Гронхольма» режиссера Тимура Чхеидзе. В воскресенье спектакль Евгения Ибрагимова «Когда я снова стану маленьким», ставший лауреатом «Золотой маски», а также драму Фредерика Гарсия Лорки «Дом Бернарды Альбы». Завершатся гастроли 25 мая золотомасочным спектаклем «Пьяные» по пьесе современного российского драматурга Ивана Вырыпаева. Я никому нахрен не нужный операционный менеджер банка. Вот и все, мне 32 года. И вся моя жизнь – это длинный долбанный сон. Александр Лычагин, Евгений Евдокимов, телеканал «Ника плюс».